праздником прям поздравляет. Вы с каким настроением сегодня пришли? Настроение хорошее. Мороз и солнце, день чудесный, как говорил в классе. А еще мне очень приятно видеть, это радость, что на избирательном участке много семейных, много семей, много детей, очень здорово. И еще дополнительное настроение. Хорошее, спасибо за это. Алексей Геннадьевич, как прогнозируете, как сегодня выборы в Тверской области? Ну, я, честно говоря, как-то воздержаться от прогнозов пока. Самое главное для нас, для нашей страны, что в эти часы, в эти минуты будет большое и важное событие для всей страны. Мы выбираем президента. Президента мы выбираем наше будущее. Наше будущее, наших будущих и детей, и тех, кто будет жить в современной, в сильной России. И это важное событие. А для меня очень важно, чтобы на всех участках было спокойно, было уважение друг к другу, то есть было безопасно, и мы до этого все сделали. Что вы можете пожелать жителям Тулы и Тульской области? Хочу пожелать не только жителям Тульской области, а жителям всей России здоровья, счастья, благополучия. Ну и кто еще не сделал свой выбор, пусть приходит на избирательный участок и делает выбор и выбирает наши с вами.